Like dogs. Okay. Okay, I see. Извиняюсь. Это вот там территория норок была, а здесь территория лисиц. Это наша. Ну и какое объяснение? Какие небольшие, красивые. Стабилизирующие отбор на поведение. То есть неважно. Да. Стабилизирует. Мы просто теперь не говорим. Давайте сюда пройдем. Не очень ручные. Быки, например, на кориде, они вообще ни разу не ручные. Не, ну пчелы совершенно тоже не ручные. Пчелы тоже, да. То есть это не обязательно позитивная реакция. Просто вот она... Змея относительно дикого человека. Давайте пройдем сюда! Ребята, давайте пройдем сюда. Все в клетке. Все в нагон. Все в нагон. Будем отбирать. Нет, убирать позже. Сначала просто содержать. А, вот это домик. Стандартный домик, в котором содержится самка лисы. Мы можем подойти и посмотреть. Бокс. Они все время закрыты, что ли? Зимой там наполнитель, опилки бывают. То есть здесь сетки нету зимой, здесь все завалено опилками. То есть здесь мягко, пушисто, сено складывают. И здесь они размножаются. Потому что лисы размножаются. Сюда по двое садят? Нет. Самку на спаривание уносит к самцу, потом она возвращается, и к моменту, когда у нее должно быть щенение, ей открывают домик, и она может уходить. Иначе она все приводит в негодное состояние, как характерно для лисы. Сейчас это все вычищено, помыто, все убрано, приготовлено к осени. Это зимний домик. Это гнездо для размножения. Лиса вообще в природе не живет в норе, она живет калачиком. Свернувшись в норе, она размножается. Типа убежища. Даже некоторые лисы, сбежавшие у нас, они тут спокойно бегают там по территории. И они тоже не знают. Они рот. Это просто. По условиям зверофирм хватает. Я не считаю. Вот, почему? Потому что зимой холодно. И она заходит сюда, теплый воздух там. Это коридорчик такой, а дальше так же, как будки у собак, они тоже будут таким там. То есть это вот все одна система, да? Да, это одна система.